глаз от Пеннивайза, за вас нет! Что ты делаешь? Это все Кроум, это же кораблик Джорди. Что это все значит, Суприм Банда? О, господи, это реально Пеннивайз Банда. Че творим, вы меня зовут Сэр Кёрнис, и просто сразу же переподписываться на мой канал, чтобы понимать Суприм Банде. Самый лучший будет на Ютубе, ведь бро, при древе Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый сильный будет на Ютубе бандит. И так красиво со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, сегодня у нас просто жесткое видео. Потому что Банда, сегодня я хочу проверить одну легенду. Что если в 3 часа ночи нарисовать на своем лице или же на лице друга любую маску любого монстра? Фредди Крюгера, Джокера, Пеннивайза. Или правда я превращусь в этого монстра? Банда, это просто жесть. Как говорится, в легенде можно нарисовать вообще любыми красками. В моем случае это эти краски. Только обязательно это нужно делать в 3 часа ночи. Иначе эта легенда просто не будет работать. И я не знаю, как вам, Банда, но мне очень хочется нарисовать сегодня на Насте Пеннивайза. И посмотреть, не правда она превратится в Пеннивайза. Это, черт возьми, реально интересно. Если эта легенда будет рабочая, Банда, я не знаю, что я сделаю. Потому что это будет самая настоящая мистика. Окей, Банда, и нам нужно дождаться 3 часа ночи. Потому что именно в это время мы должны рисовать маски. В любое другое время это не работает. И Банда, знаете, что прежде чем мы будем рисовать, давайте на это видео наберем 10 000 лайков. Если на это видео будет 10 000 лайков, то я сниму продолжение. Возможно, будет что-то масштабное, что-то интересное. Наперед уже можете поставить лайк, Суприм Банда. А тем временем, Банда, мы ждем 3 часа ночи. Погнали! Окей, Банда, и Банда, и послышалось, мы реально сегодня с помощью этих красок превратимся в монстров. Не знаю, это правда, Банда, но я хочу сегодня это проверить. Хочу проверить эту странную легенду. Окей, тем не менее, Банда, краски почти новые, мы уже немного использовали, как видите. Давай на цифре решим, кто из нас первый будет рисовать. 1, 2, 3. О, да, Банда, я первый, я поставил ножницы, получается, я первый. И я нарисую Пеннивайза, не знаю, как Насте это понравится или нет, но я реально хочу нарисовать Пеннивайза. И посмотреть, не правда, наш мир придет Пеннивайз, только слушайтесь в это, Банда. Окей, Банда, и вот такое вот у нас было в коробочке, вот такая вот кисть и вот эти вот краски. К счастью, нам пока что понадобится только 2 краски, красный и белый. Потому что, как мы знаем, Банда, у Пеннивайза полностью белое лицо и красная улыбка, полностью огромная улыбка, окей. Тем не менее, Банда, давайте начнем уже рисовать, мне прям реально интересно, что же у нас получится. Окей, и вроде бы готово, Суприм Банда. Посмотрите, у нас на все это ушел весь белый цвет. Что ж, Банда, в принципе, практически похоже на Пеннивайза. Не совсем белый, но нормально, Банда. Окей, тем не менее. Дальше нам нужно нарисовать теперь улыбку Пеннивайза, только вдумайтесь в это. Окей, Банда, что ж, нужно полностью зарисовать красным губы. Банда, вы только посмотрите на это. Это же почти точь-в-точь Пеннивайз, черт. Окей, тем не менее, Банда, мы ждем, что будет дальше. На часах уже 3 часа ночи. Мы это начали рисовать ровно в 3 часа ночи. О, черт, Банда, это просто жесть. Просто посмотрите, как теперь выглядит Настя. Как будто настоящий Пеннивайз, и мы реально это рисовали в 3 часа ночи на часах 3:09. Я это рисовал целых 9 минут, Банда, только вдумайтесь в это. Черт, посмотрите, это прям реально жесть. Я попытался нарисовать самого настоящего Пеннивайза. Но, Банда, тем не менее, это получилось более-менее нормально. Настя, ну улыбнись. О, господи, а с зубами? Черт, это реально стрёмно, Банда, как будто настоящий Пеннивайз. О, черт, Суприм Банда, Настя реально выглядит точь-в-точь как Пеннивайз. А что, если она реально станет Пеннивайзом? Черт, Настя, что с тобой? Настя, это уже не смешно, погоди, перестань, пожалуйста. О, черт. Господи, нет, Настя, отстань, пожалуйста! Это не смешно! Я не верю, ты не могла стать Пеннивайзом, Банда, нет! Что ты делаешь, Настя? Черт! О, господи, отстань от меня, пожалуйста! О, черт, Настя, это не смешно! Эй, куда ты? О, черт, Суприм Банда, вы это видели? Настя реально превратилась в Пеннивайза! И этот жуткий смех, у меня все еще бегут мурашки по коже! О, господи, я не знаю, что делать! Она куда-то убежала туда! О, черт, Суприм Банда, это реально жесть, господи, где же она? Эй, Настя! Настя, это не смешно! Как же я надеюсь, что это ее пранк, Суприм Банда! О, господи! Черт. Господи, Банда! О, черт, Суприм Банда, вы это видели? Там кто-то пробежал с красным пузырем в желтом плаще! Господи, это что, был Джорди? У нас что, реально получилось призвать Пеннивайза? О, черт, Суприм Банда, это реально жесть, господи! Нужно пойти посмотреть, кто там! О, господи, эй, Джорди, это ты? Он выбежал с этой комнаты, Суприм Банда! Эй, Джорди, ты здесь? О, господи, это так стрёмно, Банда! Джорди, ты здесь? О, господи, здесь никого нету, Суприм Банда, что происходит? Вы же сами видели это, Банда, в эту комнату убежал Джорди! Его больше здесь нету, Суприм Банда, это просто жесть! Окей, нужно найти Настю, все-таки нужно найти Настю! Эй, Джорди, Настя, вы где? Не будь, господи, вы это видели? Это что, был Джорди? О, черт, мне очень страшно, Суприм Банда, нет! Я не хочу уже туда идти! Это реально жесть, это был Джорди! А возможно, это была Настя, просто мы реально призвали Пеннивайза! О, господи, что? Я слышу, как течет вода. Что происходит? О, господи, пожалуйста, пусть это будет не Настя. О, черт! Вы это видите, Банда? О,
Господи, это все Кроу Банда, вы это видели? И кто-то включил воду. О, черт, это просто жесть, Суприм Банда. Гляньте на это. Это же кораблик Джорди, Суприм Банда. О, господи, это просто жесть, что происходит. Здесь реально вся банда в крови, этот кораблик. Это реально страшно, банда. Что делать, банда? Мы пока же реально призвали Пеннивайза. А вместе с ними Джорди. О, господи, я просто не знаю, что делать, банда. Мне реально страшно. И где делась Настя? О, черт, теперь мне придется самому сражаться с Пеннивайзом. Окей, Суприм Банда, нужно пойти найти Настю и спасти ее. О, господи. О, черт. Черт, банда, вы это видите? О, господи, что это все значит, Суприм Банда? Кто это вообще? Почему он такой маленький, Суприм Банда? Это что, Джорди? О, господи, банда, это просто жесть, вы это видите? Что происходит просто по всей комнате? Шарики, Суприм Банда. Мы реально призвали Пеннивайза, гляньте. О, господи, ну кто это? Кто это вообще стоит? Черт, как же это стрёмно выглядит. Настя, Джорди, Пеннивайз. Кто-нибудь, кто это? Настя, пожалуйста, перестань прикалываться. Я же знаю, что это ты, Настя, эй. О, черт, это Пеннивайз, банда. О, господи. О, черт, банда, посмотрите, это реально Пеннивайз. Черт, а. Я же знаю, Пеннивайз, ай, банда. О, черт, нет. О, господи. О, черт, Суприм Банда, вы это видите? Это был реально Пеннивайз. Черт, банда, вы это видели? На меня реально только что напал Пеннивайз. И гляньте, здесь просто все в его пузырях. Это реально жесть, Суприм Банда, был реально Пеннивайз. Но где Настя, банда, где делась Настя? Окей, банда, особо у меня вариантов нету. Либо Пеннивайз, это и есть Настя. Либо Пеннивайз украл Настю, только вслушайтесь в это. Черт, эти все пузыри, зачем они здесь? Гребаный Пеннивайз. Черт, это так стрёмно выглядит, банда. Нужно их все поснимать. Господи, их так много. Эй, Пеннивайз, Настя, где вы? Я вас не боюсь, выходите. А, господи, банда, это просто все бессмысленно. О, черт, он здесь. О, господи, банда. Черт, Пеннивайз. О, господи, это реально Пеннивайз, банда. Хочешь, поиграем? Что? О чем ты вообще говоришь? Верни мне Настя, ты странный клоун. Не горячись, поиграем. Что тебе от меня нужно? Ты ничего не имеешь, что тебе от меня нужно? Я же ничего тебе плохого не сделал. Господи, это просто жесть, Суприм Банда. Без игры ты что происходит? Выйдешь. У меня есть то, что принадлежит тебе. Что? Что у тебя мое? Господи, что это, банда? О, господи, банда, нет! Это же ключи от моего дома! Черт, ну Пеннивайз, это ключи от моего дома! Банда, вы это видите? Там реально Пеннивайз, Суприм Банда, это просто жесть! О, господи, нужно забрать у него ключи! Отдай мне ключи! А! Нет, Пеннивайз! А, черт, банда, он забрал мою руку! Черт, отпусти, ты проклятый клоун! А! Черт, он мне чуть не откусил руку, банда! Это просто жесть! Этот Пеннивайз, это реально ужас! Верни мне Настю! Я тебя не боюсь, как видишь! Верни Настю, ты странный клоун! Черт, если ты меня не вернешь, Настя, я тебя уничтожу, ты меня понял? Черт! А, нет! Банда, это просто жесть! Черт, мне нужна Настя! Мне нужно вернуть как-то Настю, Пеннивайз! О, господи, банда! Мне кажется, как будто там что-то слышу. Посмотрите, Суприм Банда! Там, похоже, кто-то выходит! Эй! Черт! Это Настя, банда! Нет! Не подходи ко мне! Ты Пеннивайз, ты меня чуть не убила! Что? Нет! Нет, ты была Пеннивайзом! Там сидел Пеннивайз, не подходи ко мне, пожалуйста! О, черт! Нет, пожалуйста, отстань! О, господи, это просто жесть! Ты Пеннивайз, не подходи ко мне! Нет, Сереж, я Настя! Мне слабо верится в это, но, блин, мне кажется, реально это Настя, Суприм Банда! О, господи, банда, особо выбора у меня нету! Мне реально нужно, похоже, сдружиться с Настей, потому что если Пеннивайз здесь, еще в моем доме, нам нужно как-то вместе с ним сражаться! Окей, Настя, я тебе верю, что это ты, но где Пеннивайз? Я не знаю! Черт, он был в туалете, а с туалета вышла ты! Разве это не ты, Пеннивайз? Нет! О, черт, это просто жесть. Окей, тем не менее, банда. Черт, мне кажется, я слышу Пеннивайза, банда. Но как так, Настя же здесь. Да, Сереж, я же здесь, я не могу быть и там, ты же сам видишь. В принципе, ты права. О, черт, а что если ты реально Пеннивайз, Суприм Банда? Раз, два. Черт, господи, Суприм Банда, вы это видите? Это же реально Пеннивайз. О, черт, Пеннивайз, пожалуйста, нет, черт, я это видела. Черт. Да, держи его крепче, чтобы он не вышел. Мне страшно, Серёга. Мне тоже страшно, Настя, я пытаюсь его держать. Окей, Суприм Банда, уже прошло несколько минут. Посмотрите, Настя меня немного привязала руку. Теперь мне немного легче. Но тем не менее, банда ли все еще на месте Пеннивайз? Потому что, как мы видели, банда его просто закрыл там, в дверях. И он все еще в той комнате, банда. Господи, я очень волнуюсь, Настя, ты как? Я очень волнуюсь, Серёга. Черт, это просто жесть, черт. Настя, ты это слышишь? Там как будто вода течет снова, банда. О, господи, что здесь вообще происходит?
Черт, куда она течет? О, господи, Банда, посмотрите! Здесь теперь тоже два кораблика! Они тоже теперь плавают в умывальнике! Гляньте, Банда, здесь еще больше корабликов стало! Черт! А здесь какой-то разломанный Суприм Банда, это просто жесть! Даже в унитазе есть кораблики! Это просто жесть, Банда, у нас реально здесь настоящий Пеннивайз! А черт, Суприм Банда, это так страшно выглядит, вы просто не представляете! Повсюду, в каждом, где есть вода, просто лежат кораблики! Окей, Банда, тем не менее, похоже, наша война с Пеннивайзом все еще продолжается! Нужно продолжать это делать с ним, господи! Окей, выключи воду хотя бы для начала. О, господи, это просто жесть, Банда. Я смыл всю кровь Банды и посмотрите, что осталось. Это же просто жесть, это реально кровь Суприм Банда. О, господи, гляньте, это самая настоящая кровь была моей ванной. Это просто жесть. Окей, Банда, у меня только одна идея. Нужно просто уйти из этого дома, потому что Пеннивайз все еще здесь. И если нас не Пеннивайз, то получается, он реально существует, он реально в моем доме. Нужно просто отсюда уйти, Банда. О, господи, Банда, это же Пеннивайз. О, черт, просто посмотрите на это. Это реально Пеннивайз, Банда! О, господи, что ему от нас нужно? Это просто жесть, Суприм Банда, вы это видите? Он реально здесь! Он реально хочет на нас напасть! Я понял, Банда, я знаю, что ему от нас нужно! Так вот, почему он не уходит! Нася, перестань его бояться! Он питается нашим страхом! Пеннивайз, уходи, мы больше тебя не боимся! О, господи, он сейчас, что ты делаешь, Пеннивайз? О, черт, Пеннивайз, отстань от нас, пожалуйста! Нет, Настя, нет! Ты не сыграл в игру, значит, ты проиграл в приз. Это просто жесть, Суприм Банда, Пеннивайз пропал вместе с Настей! Вы это видели, Банда? Еще я кое-что заметил, Суприм Банда! Когда Пеннивайз говорит, у него не двигается рот! Получается, что это маска! Это просто жесть, Суприм Банда, теперь я не знаю, кто это! Возможно, это настоящий Пеннивайз, возможно, это даже не Пеннивайз! Но как объяснить эту мистику, которая происходит? И то, что надет плащ Чорчи! Тот самый желтый дождевик, он в него одет! И где настоящий костюм Пеннивайза? Это просто жесть, Суприм Банда, еще он украл Настю! Просто нигде нету Насти, вы это видели! Это просто жесть, я уже не знаю, что делать! Если бы Настя ему не боялась, тогда ничего бы не было. А тогда все очень сильно боялась клоуна, и поэтому Пеннивайз ее забрал. Если бы она не боялась, все было бы нормально. Вроде бы слышу оттуда смех Пеннивайза, Суприм Банда. Только что здесь же был смех, вы это слышали? Теперь уже нету никакого смеха, господи. О, господи, разве здесь было закрыто? О, черт, Суприм Банда, вы видите? О, господи, о, нет! Здесь полная банда пузырей Пеннивайза. Эй, Настя, ты здесь? О, господи, Настя, ты где? Вот, Настя, Суприм Банда, посмотрите! Она была под пузырями. Эй, Настя, очнись! О, господи, это просто жесть! Пеннивайз оставил ее в ванну и прикидал своими пузырями. О, черт, Банда, вы это видели? На часах стукло 4 утра, и Пеннивайз просто пропал. И он оставил Настю в моем мире, а затем прикинул ее пузырями в ванной. Что он с тобой делал? Я ничего не помню, Сереж. В смысле, ничего не помнишь? Он же тебя куда-то забрал, ты вместе с ним пропала. Что это было? Ты видела его настоящий костюм, а не этот дождевик Джорджа. Ты видела это, Настя? Скажи хоть что-нибудь. Нет, я не видела. Я помню какие-то шумы и все. А чё, это просто жесть. Тебя реально чуть ли не убил Пеннивайз. Он просто тебя забрал. Окей, Банда, ты реально жесть. Если ты слышишь лайк, у меня есть мою маску с Пеннивайза. Я просто отнесу вот комменты за прошлое видео. Господи, здесь какие-то шикарные. Просто дальше комментарии, просто и стоп. Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно там опуститься ниже. Нажми на свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в моем новом видео. Лайк, колокольчик, коммент, ты уже в моем новом видео, бандит. И пропомни одно, оставайся такими шикарными. Пока!